Анапские пляжи готовят к зиме. Всю прошлую неделю рабочие занимались демонтажом брошенного оборудования и временных сооружений. Только строительного мусора было вывезено почти 30 тонн. Давайте в эту субботу тогда объедем пляжные территории и посмотрим. Я все равно буду стремиться к тому, чтобы к зиме ничего не было на пляже, а кроме песка и чистоты. И конкретный пример, как надо наводить порядок. На этом месте совсем недавно стояли гаражи, наследники еще советской эпохи. Теперь во дворе на улице Терской будет своя прогулочная и парковая зоны. Следующее поручение – подобрать земельный участок для строительства храма в станице Благовещенской. Сейчас церковь расположена в частном доме. Ситуацию нужно исправить, причем срочно. Есть письмо владыке, у нас в каждом населенном пункте должна быть нормальная церковь. Много претензий вызывают разрытия дорог в городе. Нередко специализируются. Специализированные предприятия, вскрыв асфальт, не торопятся проводить работы, в том числе восстановительные. Каждому ордеру на разрытие должен прилагаться четкий график, дал поручение Юрий Поляков. Продолжается благоустройство города. Специалисты ремстроя ремонтируют тротуары и бордюры, обновляют тротуарную плитку. Сейчас ведется ремонт тротуара на Симферопольском шоссе. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.